называли оазисом. Понятно, почему. Thank you.
Малик! Похоже, силу здесь обрел не только я. Никогда в жизни не видел такого чародейства. Печать отравляет твой разум. Пора покончить с этим. Зачем тебе была нужна моя часть медальона? Ты хотел уничтожить армию? А может быть, попытаться самому управлять ею? Если ты не сделаешь этого, сделаю я. Отдай медальон! Нет! Это был не вопрос. Любого другого я казнил бы за измену! Уходи! И не возвращайся! Постой! Не получилось. Он назвал меня изменником. Что же делать? Я не смогу убедить его отдать медальон. Он верно думает, что я сошел с ума. Это не я хочу использовать армию ради власти. Нужно найти способ спасти нас обоих. Thank you.
Арсанды Сулейман. Хала энтегама момигера. Он принял меня за царя Соломона? Если он меня не видит, не станет и преследовать. Thank you.
медал на публику нам. Куда он? Ему нужен медальон Малика. Тронный зал в той стороне. Я должен найти Малика раньше. Должно быть, это и есть Астролябия. Малик писал мне о ней. Она якобы предсказывает будущее по движению небесных светил. А вот армию она проглядела. Теперь у Малика есть еще один повод казнить меня. Я просто скажу, что я ни при чем. Нет, я ничего не трогал. Это все песчаные войны.
многое применить. Вода двигает механизм. Мне кажется, эта штука просто ненавидит меня. Это тронный зал. Мали где-то здесь. Let's go.
Oh!
Печати больше нет. И с Маликом что-то случилось. Он убил Ифрита и... Твой брат не убил Раташа. Это Раташ убил твоего брата. Что? Нет, все было не так. Ты этого не видел, но именно это и произошло. Джина не убить простым мечом. Потому я и сказала тебе, не бейся с Раташем. Его сила просто нашла себе новое тело твоего брата. Раташ скоро подчинит его себе. Нет, не может быть. Но это так. Ты не знаешь Малика. Он сильнее, чем ты думаешь. Он будет бороться и победит. И все же это правда. Твой брат все равно умрет. Что? Почему? Если ты хочешь сказать, что это кара? Разумеется, нет. Подумай сам. Печать твоего брата уничтожена. Как остановить армию? Я сделаю другую. Скажи мне, как? Этих заклинаний никто не знает. Чародеи, создавшие печать, давно мертвы. Есть лишь один способ положить этому конец. Отправляйся в Рекем, город джинов. Найди там меч. Этим мечом убей Раташа. И тогда песчаная армия лишится силы. Убить Раташа? То есть Малика? Я не могу. Ты любишь эту землю? Подданных Малика, свой народ, свою жизнь. Всему этому придет конец. Я не бессердечна. Я понимаю, это трудно. Но это нужно сделать. Должен быть другой путь. Ты должен править вместо брата. Спасти тех, кого еще можно спасти. Это долг правителя. Утратжен Петосороды Болдра Мидад. Вход в Рекем рядом с гробницей царя Соломона. Пламя укажет тебе место, где находится лестница в город. Я спасу Малика, что бы она ни говорила. Huh?
Я должен найти Малика. Нужно предупредить его о Ракаше. Эти сады – одно из чудес Персии. Кусочек дикой природы посреди пустынного царства. Они, оказывается, еще красивее, чем я помнил. Песчаная буря? Наверное, просто совпадение. Я уже видел это. Надеюсь, он сможет выстоять. Куда он ушел? Thank you.
же Малик!
миг! Я должен спасти его! Yeah.
кому-то из стражников удалось выжить. Что дошло до такого? Умоляю, не делай этого! Арутар, будьте манче, слышал, толстый дар. Человеческая сила. Разия была права. Его не спасти. Видимо, это и есть вход в город джиннов.
машины не очень-то гостеприимны. Это и есть вход в город джиннов? И что мне делать? Что это за... Come on.
это не так уж и сложно. Конечно, Разия забыла меня предупредить. Хотя, будь мне больше тысячи лет, я бы тоже не все помнил. Например, как обваливаются лестницы. Могла бы и сказать, что лестница ненадежна. А что случилось? Она обвалилась прямо подо мной. Прости,
Город заброшен уже много веков. Я давно там не была, просто не подумала об этом. А еще о чем ты не подумала? Например, о том, как можно спасти моего брата? Ты пытался остановить его, невзирая на мои слова? Разумеется. Тогда ты знаешь правду. Твоего брата больше нет. Я знаю, что он не в себе. Почему его не спасти? Почему я должен верить тебе? Я ничего о тебе не знаю. И я мало знаю о тебе, сын Шарамана, брат Малика. И все же я доверяю тебе завершить то, что начал твой брат. А тебе что за дело? Ты же всемогущий джин, чуть ли не бессмертный. Раташ тоже из рода джинов. Если мы потерпим неудачу, он разрушит все, что мне дорого. Все, что я поклялась защищать. И это царство тоже. А зачем тебе я? Почему ты сама не можешь? У меня своя роль. И какая же? Ты мне не веришь? Или просто злишься, потому что понимаешь, что надо сделать, но не можешь решиться? Когда я был маленьким, мой отец часто уходил на войну. Это Малик вырастил меня. Как мне с ним сражаться? Ты будешь сражаться не с братом, с Раташем. Знаю. Но от этого не легче. Ты права. Раташ и его армию нужно остановить. Скажи, что делать? Город разрушен. Ты не сможешь ориентироваться там. Я передала тебе свои воспоминания. Они помогут тебе увидеть город прежним. Иди, мы встретимся в храме. Что это за место? Город Рикен. Когда-то здесь жили марины, сильнейшие из джинов. Ты увидишь, что осталось от его величия. За этой стеной будет храм. Мы встретимся там. Thank you.
тебе, но кто же остальные? Вожди четырех племен джиннов. До прихода армии это был один из величайших наших городов. Что здесь произошло? Когда Соломон основал свое царство, он заключил союз с четырьмя племенами джиннов. Вместе мы строили невиданные, дивные города. Мы, Мариды, двигали реки и строили акведуки. А вода, вода несла в пустыню жизнь. Но некоторым из нас был противен союз с людьми. Раташ возглавил недовольных. Он ненавидел царя Соломона и поклялся уничтожить его царство. Раташ объединил свою силу с песком и ветром и создал армию. Это было чудовищное надругательство надо всем, ради чего мы жили, что мы создали. Царь Соломон и четыре племени джиннов вместе выступили против армии песка. Это была страшная резня. Врагов становилось все больше, ибо песку не было конца. Прежде чем мы нашли способ заточить всю армию внутри печати, много людей и джиннов погибло. Из моего народа немногие пережили эту битву. Они покинули город, поклявшись держаться подальше от армии, пусть и плененной. И теперь осталась лишь я одна. А почему ты осталась? Рекем стоит в огромной чаше, что питает город на поверхности. Я поклялась царю Соломону охранять воду. Без нее царство на земле погибнет. Я не думала, что прошло столько времени. Я же говорила, что для джиннов оно течет иначе. Лишь когда армия освободилась, я поняла, что я потеряла. Разия! Разия! В порядке? Похоже, мощь армии влияет и на мою силу. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Надо идти, пока не стало хуже. Huh?
Здесь я изучала государственные дела. Это было так давно. А я все пытался увильнуть от таких занятий. За все отвечал Малик. Как я объясню отцу, что произошло? Скажешь ему правду? Раташ убил твоего брата и пытался уничтожить царство. А ты спас его. Нам нужно идти. Да. Ниже есть коридор. В свое время он служил потайным ходом. Тебе придется пройти там. Осторожнее. Он защищен от непрошенных гостей. Не знаю, работают ли до сих пор ловушки. Наверняка. Мне всегда везет.
видишь, что я тебе говорил? Хотя ты меня не слышишь.
Если ты меня слышишь, дверь ведет в святилище. Я открою ее, но сначала избавься от меня. Малекея Марит, Боже. Вот откуда город берет воду. Без этого источника он давно превратился бы в пустыню. Вот что я осталась защищать. Они посмели явиться сюда. Малекея Марит, Божья.